Вот с этой ситуацией мы знакомы по видео про перекос таза, про разные ноги и или перекос таза. Мы продолжаем работать. Ситуация, в общем-то, меняется в лучшую сторону. Можно сравнить снимки. Ну, точнее, мои фотографии с предыдущего раза и с этого. Но сегодня у нас видео про стопы. То есть вот мы видим вот такую вот косточку. Есть еще сканы стоп, я их прикреплю. Ну и ближе, собственно, к теории. Имеем смещение поясничных позвонков, смещение крестца, значит, и всего в целом таза. Имеем механическую асимметрию нагрузки на стопы. И из-за этого стопы не могут не реагировать. То есть, когда говорят, что какая-то мышца, допустим, голени, она отключилась, и поэтому стопа вот приняла, допустим, вот такую вот, еще раз глянем на косточку, форму, то никакая мышца не может отключиться просто так. Мышца должна, с одной стороны, уберегать поясничный отдел от еще больших смещений, то есть давать виброразвязку, ну, мышца голени. То есть стопа должна, собственно, выполнять функцию передвижения, то есть толчок и приземление. Вибрации, возникающие при ходьбе, она должна останавливать, не допускать уже в бедро и, соответственно, в позвоночник. И при этом у нее имеется перекос в тазу. То есть асимметрия здесь рождает асимметрию здесь. Стоя компенсацию видно лучше. Крестец вместе с тазом смещается за своими ближайшими позвонками, четвертым, пятым поясничным. Колени в данном случае тело защищает, вид сзади, ноги в общем-то ровные. И вот ситуация со стопами. Выглядит примерно вот так. Так вот, одна из идей этого видео состоит в том, что вот то, что мы видим со стопами, это хорошо. Это самое меньшее зло из всех возможных. Потому что если бы не было этого, искривились бы либо ноги в коленных суставах, гораздо сложнее регенерировать. Или еще больше перекосился бы таз, было бы гораздо сложнее править. На экране у нас сканы стопы одной и той же девушки на один и тот же прибор с разницей около часа, слева до правки, справа после. Правка это вторая, первая была в видео перекос таза и разные ноги, вот это вторая. Разница в цвете обусловлена тем, что фотографировал результат на телефон и разные режимы выбрал, не заметил. Ну, в общем, имеем такие результаты. Однако нас интересует всего лишь вот эти вот почти белые пятна, то есть то, как распределяется вес на стопе. И мы первое, что бросается в глаза, видим слева точка отсчета пятки, то есть когда на скане стоят, говорится, что поставьте ноги ровно. Так вот, слева до правки было ровно по пяткам, то есть большой перекос таза, а после первой мы не делали именно таз. Мы таз делали сейчас. Точка отсчета была пятки, то справа стали большие пальцы, ну и вообще пальцы, то есть передний край стопы, а был задний. Также мы видим более раскрытые пальцы, то есть нагрузка вообще пошла целиком на переднюю часть распределяться. И почему это принципиально важно? Потому что если вес идет на переднюю часть стопы, то запускается, соответственно, передняя и внутренняя группа бедра. И также передняя группа голени, мышц. И они дают, во-первых, гибкость ногам. Во-вторых, они дают защиту суставам. Вот эти отпечатки, они так, как если бы мы смотрели на свои ноги сами стоя на сканере. То есть левая слева, правая справа. И на снимке до видно, что левая стопа очень сильно завалена внутрь и вес достаточно большой, туда отдается. При этом пальцы теней, ну вот этих вот белых антитеней, они не имеют. То есть, почему косточка выросла? Потому что на возвышение большого пальца нагрузка большая, а на сами пальцы ее не было. Ее вот вообще не было. То справа, после второй правки, мы видим, что нагрузка на пальцы и на большой палец, перекошенный с косточкой, пошла. А значит, сами мышцы этой области начнут эту косточку постепенно выравнивать. И есть еще одна ситуация, слева до, справа после, также снимки. Левая нога это левая нога, правая это правая. Мы видим, что до правки стопы обе смотрели чуть левее от равновесия, а после они смотрят более симметрично, то есть намечается тенденция пятки вместе, носки врозь, хотя говорится, что ноги поставить ровно. Если вы присмотритесь по направляющим линиям, то это заметно. Уменьшилась перегрузка передней части стопы, и контур приблизился к оптимальному.
То есть не должно быть пятном передняя часть, пяткой, пятка тоже пятном, и между ними совсем ничего. Узкий перешеек, отпечаток должен быть. И справа он становится более заметен. Равномернее работают пальцы на правой ноге. И при более детальном рассмотрении на левой ноге расстояние между пальцами увеличилось, что тоже немаловажно. То есть пальцы работают по раздельности. Если они сжаты между собой, то это уже перекос, неравномерная работа суставов. Аппарат этот используется вообще для изготовления стелек, и в принципе в первом случае я считаю, что стельки будут нужны, но тогда, когда мы получим основную вертикаль по позвоночнику. А во втором, в принципе, если только хочется непосредственно облегчить себе ситуацию, потому что стопа и голень будут напрягаться, они будут сберегать позвоночник, без разницы, хочет ли хозяин, хозяйка этого или нет, это подкорковые такие рефлексы. Но работу можно облегчить, если поддерживать стопы стельками. Однако я не работаю с стельками, изготовленными методом слепков, потому что не считаю это точным. А сканированные, в принципе, результаты дают. Однако нужно хорошо понимать, что первопричина в позвоночнике не уйдет просто потому, что вы закажете стельки. Это не самостоятельный метод, это вспомогательный, и его диапазон применения достаточно узкий, то есть нужно вовремя начинать и вовремя заканчивать. Плюс там есть свои режимы работы. Что было бы, если имелся перекос таза, изначально здоровая, грамотно, симметрично накачанная голень, и если бы голень, допустим, работала как обычно, тогда был бы, ну, в кавычках, размен, но по факту износ коленных суставов, и таковое периодически встречается. Почему? То есть если опорная точка ноги, то есть головка бедренной кости, если она меняет свое пространственное положение, то изменяется симметрия суставной щели в коленном суставе. И один из надмыщелков начинает давить, как сейчас вот давит на мой, допустим, палец, гораздо больше. И хрящ под ним протирается. В общем, потерянная симметрия приводит к ускоренному износу в 3 и более раз. А потом износ одного сустава коленного дополнительно перекидывается на второй. Это одна альтернатива, но так чаще всего бывает у взрослых. Или альтернатива вторая – сохранить симметрию в коленном суставе, но тогда проблему нужно передать ниже. И вот проблема ниже и передается на стопу. Голеностопный сустав чуть более подвижен, благодаря наличию как бы трех костей, и малоберцовая с большеберцовой напрямую не связана, только связками. И стопу можно перекосить, соответственно, завалив внутрь, завалив наружу, перекосив вперед и множество других вариаций. Соответственно, абсолютно бесполезно начинать с мышц голени, потому что они занимаются компенсацией. И на них как асимметричная нагрузка давит, так и уже деформированная стопа. То есть они дважды в проигрышном положении, и нельзя их просто взять и накачать. Бесполезно заниматься ортопедической обувью, потому что стопа, опять же, занимается такими защитными, хотя и не свойственными ей функциями, защищает на позвоночник. Позвоночник важнее. Зажмет нервы, выходящие из спинного мозга, перспектива потеряться вовсе. Бесполезно заниматься обувью ортопедической. Это как бы компенсация компенсации получается. И это продляет срок, но усугубляет болевой синдром. Если первопричина позвоночники и плоскости таза, то, собственно, именно им нужно заниматься, как я делаю. Вот, ну или изобретите свой способ, тогда напишите в комментариях. Очень будет интересно.